Парк Санта-Крус де Тенерифе. В 1986 году я был здесь последний раз. Сегодня 2017 год, июль, начало июля, конец июня, начало июля. Вот. Мечтал всегда сюда попасть. Еще в это прекрасные места. И вот сбылась моя мечта. Я здесь. Прекрасные деревья, запахи прекрасные, девушки прекрасные. Прекрасные девушки с такими цветами, что просто обалдеть, какие запах у них. Вот. Крупным планом. Девушка с цветами. Ну, тень здесь, тень падает. Птички поют. Все равно красиво. Хоть и тень. Вот. Не знаю, как оно на видео будет, но когда ты смотришь это глазами на фоне голубого неба, здесь просто удивительно прекрасно.